Спустя более чем год бывшего мэра Феодосии, арестованного по подозрению во взяточничестве, будут судить. Исполняющий обязанности прокурора республики Андрей Фомин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против Дмитрия Шепеткова. Оно направлено в Феодосийский городской суд. Напомним, экс-главу администрации Феодосии задержали 21 декабря прошлого года. По версии следствия, он совместно со своим заместителем Макаром Макаровым требовал от местного предпринимателя взятку в размере 300 тысяч долларов за продление договора аренды. Обвинительное заключение по делу о покушении на взятку в особо крупном размере предусматривается 3 частью 30 статьи, а также 6 частью 290 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, дело Макара Макарова, второго фигуранта, направлено в этот же суд еще раньше. Бывший замглавы администрации Феодосии обвиняется в посредничестве. На протяжении 2016 года суд неоднократно продлевал содержание Шепеткова и Макарова под стражей.